Двор на Куйбышева, 66, исторический центр Самары. Здесь всю зиму ни разу не ступала нога коммунальщика. Снег не убирался вообще. В итоге на смену нерадивой управляющей компании пришла новая. Привести все в порядок должны за один день. Такую задачу перед ними поставили городские власти. Двор был полностью заснежен, то есть вот даже вот этого прохода не было. Я не знаю, как ходили люди, тропки. На крыше полутораметровый снег находился. Был произведен полный сброс. На этой неделе мы отсюда полностью вывезем. До пятницы отсюда все это отчистим. На физкультурной 25 местным жителям, чтобы покинуть двор, нужно быть в хорошей физической форме. Дорога не чищена, сугробы выше человеческого роста. И только когда с проверкой приехал первый замглавы города, двор начали убирать. Если и в других дворах такая же картина, заметил Василенко, весной Самара может превратиться в Венецию. Перед главой советского района поставлена задача решить проблему немедленно. Необходимо подключить все имеющиеся ресурсы. Задача губернатором поставлена и главой города вот это безобразие ликвидировать в течение марта. Поставлена именно задача. Хватит терпеть этих безобразий. Замечание принято действие. Действительно, творится конкретное безобразие. В течение там, одного-двух дней вот эту территорию конкретно подправим. Есть управляющие компании, с которыми работа полностью выстроена, с которыми легко работать. Есть управляющие компании, которые, к сожалению, не реагируют ни на управляющие микрорайоны. На такие компании просто идем протоколы, отправляем в ГЖИ. Получает, включаем административный ресурс, административные комиссии. Кирова, 42. Дороги во дворе в порядке, но крыши не убраны от снега. Заставить управляющую компанию качественно работать приехали городские и районные власти. А заодно объяснить местным жителям их права в работе с коммунальщиками. Можно больше претензий выставлять к управляющей компании, которую они избрали для наведения порядка, для того, чтобы оказывала управляющая компания все свои услуги. Управляющая компания обязана выполнить услугу, за которую они платят. Мы сейчас контролируем ситуацию. Если управляющие компании не будут справляться с уборкой территории своими силами, районные власти просят прийти им на помощь коммерческие фирмы, у которых есть снегоуборочная техника. Тем более, что такие положительные примеры уже существуют. В промышленном районе Самары десятки бизнесменов помогли убрать дворы от снега. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.